Студент первого курса сегодня выпал из окна общежития корпуса Вятского государственного университета в Чижах. Молодой человек разбился насмерть, упав с 9-го этажа. По словам очевидцев, трагедия произошла около часа дня. Тело студента нашли у главного входа в здание, пишет портал «Свой Кировский». В Следственном комитете выясняют причины и обстоятельства случившегося.